эти дни в Алёкминск один за другим подходят теплоходы с участниками и гостями эсэха «Ланхо». Артисты театра «Ланхо», театр юного зрителя, Саха академический театр, ансамбли. Каждый из них подготовил для праздника яркую программу. Гостей Алёкма встречает хлебосольно, радостно. У причала видно, Алёкма многонациональна и едина. На площади речного порта происходит встреча наших гостей и спортсменов, и работников культуры, театров, других районов. Мы встречаем приезжающие делегации, встречаем, угощаем и провожаем до места их пребывания в городе Алёкминск. Встреча подготовлена прям торжественно, да, что запомнилось? Да, мы торжественную встречу организовали администрация города совместно с НКЦ «Гармония». Также привлечены артисты самодеятельности с других населений Алёкминского района, казаки, якутский фольклорный ансамбль. Оладушки, чак-чак, алубушки, баовы. Прямо здесь можно было отведать угощение для дорогих гостей. Кланяемся низко, быть как дома просим, как и не только отведать, но и пуститься в пляс под бравую песню казаков. Фотографии на память, селфи. Уже в первый час на Алёкминской земле пополнились карты памяти гостей яркими снимками, а главное – замечательным настроением. Должны участвовать в культурных мероприятиях, должны показать детскую Алахо, Люберген Бухатыр, это Мария Эвестовой. Мы каждый раз это эсэха Алахо участвуем, и мы очень рады, что мы приехали в Алёкминск. Это очень долгожданный эсэх получился у нас сегодня. И вот как приятно было, что нас встретили с хлебом и солью сегодня. Ой, очень жарко, и так хорошо, и так радушно нас встретили, так приятно стало. И вот поплясали, потанцевали, поели. Спасибо вам большое. Нас очень тепло встретили все, нам очень понравилось. Все ребята рады, вон уже все ходят, фоткаются. Очень классно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск.